Вы смотрите новости в студии Алсу Юматова. Здравствуйте. О Дне Победы и 345 бойцов нашли покой. «Темная ночь», «Катюша», «Журавли» и еще много разных военных песен прозвучали на сцене перед Домом народного творчества. Нижнекамцы с размахом отметили День Победы. В городе прошли праздничные мероприятия. Всем известные строки песни «В городском саду играет духовой оркестр» стали девизом концерта в парке Тукая, который продолжил череду праздничных мероприятий. Такой необычный концерт в Нижнекамске прошел впервые. В канун Дня Победы прошло знаменательное событие. Благодаря усилиям поискового отряда «Нефтехимик» с войны вернулось еще 20 бойцов, которые считались без вести пропавшими. Наши земляки принимали участие в ежегодной вахте памяти, которая проходила в Смоленской области. В ней приняло участие порядка 70 отрядов с 12 регионов России. В братской могиле были захоронены 345 погибших воинов. Но помимо этого Нижнекамскому отряду была поручена важная миссия. Это передача медальона родственникам солдата, который призывался на фронт из Татарстана. В санитарно-защитной зоне в районе деревни Алань появилась новая лесопосадка. Заводчане в рамках акции «Зеленая волна» высадили более 90 тысяч саженцев. Дуб, осина, ель, сосна, орешник теперь растут на 24 гектарах земли. Сотрудникам предприятия помогли работники Нижнекамского лесхоза. С их техникой работа пошла в два раза быстрее. Пасхальные куличи, крашеные яйца. Сегодня эти угощения нижнекамцы несли на кладбище, где поминали своих усопших родственников. По церковному календарю первый вторник после пасхальной недели православные верующие отмечают родительский день или радоницу, посещают кладбище, наводят порядок на могилах и молятся об усопших. 18:30. Смотрите итоговый выпуск новостей. И вот одна из тем нашего выпуска. Память жива. Акция «Бессмертный полк» собрала 20 тысяч нижнекамцев. И он прям почти в первые дни войны это погиб. Свое день рождения, можно сказать, погиб. День Победы глазами горожан и наших журналистов. Напоминаю, связаться с нами можно по номеру 400770 или пишите нам на сайт ntrtv.ru. Не прощаюсь, увидимся на канале НТР.